Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы отправляемся в целую историю в игре Arm Wrestling в честь нашего ивента. Так, ребят, не забывайте забирать вот эти вот кристаллики, которые у нас периодически будут находиться в этом квесте. Итак, ребят, у нас есть квест Оби, в котором мы сейчас играем. Так, смотрю по сторонам, вроде нету этих кристалликов. Продолжаем движение. Ой, туда нельзя, вот сюда. Хорошо, прыгаем. Я думал, они будут исчезать, они не исчезают. Так, нажал кнопочку. Ага. Слева у нас вот эта вот штучка заработала. Теперь можем идти дальше. Привет, Сьюзан! Здравствуй! Короче, с ними без толку разговаривать. Ой. Думаешь, что вроде ж туда не допрыгиваю. Так, идем в канализацию, ребята. Так, аккуратненько прыгаем. Разговариваем с Сивер Майком. И он говорит 65 накачать себе. Так, качаем. Теперь, ребята, надо два раза победить бит мистера Оттера. И он открыл нам вход. Спасибо. Так, надо с ним пообщаться, нет? Теперь просто пройти Оби. Понятненько. Так, ага, окей. Ой. Короче, идем аккуратно. Не спешим. Так, посередине останавливаюсь, пропускаю. И теперь нужно на лесенку попасть. Все, замечательно. Слушайте, ну прикольно, в этой игре прям целая история. Вот, я, правда, не очень читал, что тут нужно сделать. Но я так понимаю, что добраться из пункта А в пункт Б и будет мне счастье. Так, идем аккуратненько. Кстати, внизу там, может, туда прям можно запрыгнуть, нет? Ладно, не будем туда пытаться запрыгнуть. Может, там, конечно, какая-то секретка-пасхалка. Но продолжаем движение. Итак, ребята, следующая локация — это у нас ферма. Привет, фермер, как дела? Понятно. Короче, он хочет, чтобы мы накачались. А где мы будем качаться? А, вот, турник есть. Окей, идем, качаемся. 65 нужно накачаться. Так, все, докачал. Теперь нужно побить Crazy Famer'а. Безумного фермера. Давай, иди сюда, я тебя руки вырву. Готово. После того, как мы ему сломали руку, у нас появилось... Ага, тут ресет, это пока нам не надо. Целое задание. Тут у нас головоломка. Я так понимаю, что нужно вот эти вот штуки ставить на соответствующего цвета поля. И тогда будет нам счастье. Давайте попробуем синий поставить. Он у нас дальше всего ставится. И посмотрим, что будет. Так, аккуратненько тащим. Так. Подтягиваем. О, да, все получилось. Отлично. Ну, короче, вы поняли, да? Просто тягаем по свету их. И да, надо сейчас еще забрать вот этот вот кристальчик. Забрал. Итак, ребята, у меня уже есть один из трех сильверов и два из пяти шайнс. Давайте теперь осталось сделать, выполнить полностью задание. Так, ребята, они такие похожи по цвету. Что розовый, что красный, что бордовый. Так, зелененький он был. Тащим зеленый, потому что потом он нам будет мешать, если мы его потом потащим. И да, ребят, когда вы его тащите, вы можете еще параллельно нажимать кнопочку прокачки для того, чтобы быть более накачанным. Вам это понадобится, потому что в конце все равно надо будет с боссом биться, а так вы уже чуть-чуть подкачаетесь, и у вас будет меньше времени уходить на то, чтобы потом убивать босса. Вот, можете идти и вот прокачиваться. Прям прокачиваться. Все время идти, все время качаться. Так, вот это, по-моему, сюда. Это что же? Ну, по цвету вроде розовый. Похож. Да. А это бордовый у нас получается. Все, ребят, наконец-то я все это... Ну, это, наверное, самый нудный и самый долгий квест, который вас ждет. В остальном все довольно-таки быстро и динамично происходит. Все, отлично. Открылись ворота, ребята, я могу забрать свой второй сильвер. Готово, забрал. Получил бейдж и новая локация. Привет, чувак! О, мы будем кидать баскетбольные шарики, мячики, да? Нет? Поговори с Дэйвом, разговаривай. Find the 10 basketballs. Короче, найти... Ага, да, все, окей. Найти 10, короче, мячиков. Мы не будем, судя по всему, играть в баскетбол. Она просто откроет двери, и мы сможем пройти дальше. Окей.
Так, ребят, внимательно смотрим по сторонам. Тут может быть где-то у нас кристальчик, поэтому смотрите вверху, внизу, везде, короче. Так, забираем 7 из 10. Во, уже вижу кристалл. Сейчас мы его тоже подберем. Есть. И окей, забрал. Супер. И вот сюда теперь. Замечательно. Все, ребят, по идее у меня там все открылось. И теперь я могу продолжать идти дальше. Аккуратненько. Между машинками. Вот это очень быстро едет, но ничего. Чуть за пятки не укусило. Так, здесь, естественно, закрыто, да. Хотел схитрить, не получилось. Так, эти штуки очень быстро едут, поэтому лучше все время прыгать, тогда они не будут так быстро кататься. Так, все есть. И последнее, ребята, судя по всему, у нас уже локация, потому что только один сильвер мне осталось получить. Кто-то мне трейды кидает. Так, что нужно? Поговорить с Джеральдом. Так, Джеральд, привет, давай разговаривать. Поговорили. Так, 5000 насобирать. Смотрите, ребят, у меня уже 2,7 есть. Мне, видите, буквально чуть-чуть. А нет, хотя... А то не засчитывается. Зря я качался, получается. Ну ничего, буду им ломать руки быстрее. Так, Брюс, иди сюда. Все, конкретно его, да? Там, кстати, какое-то еще ивентовское яйцо мне дают. Какой-то золотой ключик. Ой, давайте заберем на всякий случай кристальчик. Так, что еще? Gain 5k Summer Strange. Так, мне нужно опять качаться. Ё-моё, у меня же есть уже 5000. Зачем? Ну ладно, давайте еще набьем 5. Это будет очень быстро. Все, готово. И теперь бьем Джеральда. Это, я понимаю, уже финальный наш босс. World Champion, понимаете? Он вообще чемпион мира. Бывший. Эй, подождите, а у меня нету еще одного кристалла. Давайте заберем монетку. Так, надо найти кристалл, где я потерял. Сейчас я буду по локациям ходить, ребят, смотреть, что я где пропустил. Так что вот, видите, у нас есть телепорт, так что я смогу попадать. Так, ребят, я нашел, сейчас вам покажу где. Вот, смотрите, сверху, вот здесь на домике я не заметил. Ну, слушайте, ну так спрятали, я тут прям помню, что смотрел по сторонам, но вот... На крышу как-то не сообразил, что можно посмотреть. Все, ребят, мы выполнили квестик. Давайте заходим в хаб наш. Да, отлично, мне все засчитали, все прекрасно. И теперь давайте заберем последнюю бесплатную вещь за 370. Все, ребят, все вещи я почти получил. Там еще майки мне осталось, 3 майки. У меня 2 из 5 есть. И также могу забрать вот это. Все, ребята, еще буквально один квестик еще в одной игре пройти. И тогда я уже заберу Angel Wings. И тогда у меня уже будет возможность получать все предметы в самом ивентовском хабе. Ну что ж, ребят, до встречи в следующем видео. Пока.